Из Сыктывкара отправилась первая партия гуманитарной помощи для юго-востока Украины. Ее получат жители Луганска, Славянска и Донецка. Напомним, акцию инициировала сыктывкарка Юлия Музыка. Ее родня живет в Луганске. Организовал сбор Республиканский союз ветеранов Афганистана. Евгений Ершов продолжит. Десятки коробок с гуманитарным грузом аккуратно складывают в «Газель». Задача – увезти как можно больше. В путь отправится и еще одна машина. Она привезет из Украины тех, кто захочет перебраться в Коми. Мы ставим задачу дойти до границы. Со стороны Восточной Украины должна будет прийти машина, там привезут детей. Перегрузим эту помощь. За территорию границы переходить мы не будем. Наши люди переходить не будут. Родственники попросили, вот у той же Юли там будут родственники, которые хотят отдать детей сюда, просят вывезти. На протяжении 10 дней в Сыктывкаре собирали гуманитарную помощь для жителей и защитников юго-востока Украины. На призыв откликнулись как частные лица, предприниматели, партийные и общественные организации. Точный пункт назначения не сообщает даже тем, кто сопровождает груз в целях безопасности. Известно одно – все пройдет на границе России и Украины. Нет, это не будет опасно, потому что мы будем двигаться только по территории Российской Федерации. Российская Федерация не в состоянии войны, поэтому будем ехать по мирным городам, по мирным дорогам. Поэтому дорога не будет опасной. Следующую машину с гуманитарной помощью для юго-востока Украины организаторы акции планируют отправить из Коми во второй половине июля. Сухие пайки, консервы, крупы, воду, одежду и медикаменты ждут на центральном сборном пункте, который базируется в Центре культурных инициатив «Югор». Евгений Ершов, Антон Ворожищев, телеканал «Юрган», Сыктывкар.